В 2018 году в рамках муниципальной программы комплексного благоустройства дворовых территорий в Нахабино благоустроят 20 участков. По 4 адресам работы уже ведутся. Это Красноармейская, 44, корпус 1, Красноармейская, 57-61, улица Институтская, 2-2А и 11 саперов, дом 3. Работы в основном планируется в соответствии с действующим муниципальным контрактом закончить до 15 августа текущего года. Ну, полагаем, что с такими темпами, если погода нам позволит, то мы, возможно, и раньше эти работы сумеем закончить. Во дворе дома 44/1 на Красноармейской подрядчики работают чуть больше недели. Основная часть проекта уже выполнена. За это время сделана новая пешеходная дорожка, демонтирована старая детская площадка. Осталось положить на ней резиновое покрытие и установить игровой комплекс. В зоне тихого отдыха новая брусчатка. Здесь поставят 8 скамеек. Чуть дальше в своем дворе жители смогут заниматься спортом на уличных тренажерах. Их пожелания были максимально учтены на стадии подготовки проекта. Все эти работы были согласованы, те или иные виды работ, в зависимости от площади дворовых территорий, сложившейся застройки жителями, и максимально были учтены в процессе проектирования, которое производилось предварительно перед выходом этих работ на торги. То есть все вот эти вот пожелания жителей были максимально учтены, ну, с учетом лимита бюджетного финансирования на данные виды работ. Еще одним элементом благоустройства является уличное освещение. После реконструкции дворовой территории на Красноармейской станет в 2 раза больше фонарей. Аккуратные газоны и новые кустарники украсят обновленный двор дома 44, корпус 1.